Сегодня мы решили устроить экстремальные прятки в огромных картонных коробках. Правила вы уже знаете, вы только посмотрите, какие они у нас яркие, большие, маленькие, разного размера. И мы там будем прятаться, а кто-то один будет искать. Мы будем прятаться в этих вот огромных коробках. И они все пустые, так что мы да запросто поместимся. Опа! Лимоны! Подождите, а сколько их тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, может, это наши лимоны? У нас на канале, ребят, 9 миллионов, и тут 9 лимонов. А где 10-й? Вот именно, мы уже стремимся к 10-му. Наверное, где-то в других коробках, нет? Давайте искать. Ребят, кстати, хотела вам сказать огромное спасибо за 9 миллионов. Вы просто умнички. Но мы же стремимся к 10 миллионам. Поэтому нажмите на эту красную кнопочку, подпишитесь и вступайте в нашу семью. Ну, кто-нибудь нашел еще лимон? Да нет, я не могу найти. Здесь нету, а вот здесь есть. Блин, тоже нету. Мне кажется, они вот здесь. Блин, нет. Ну, 100%, ну здесь. Блин, нет, это где? Никит, помоги мне ее поднять. А это что такое? А кто сюда шарики положил? Мы же все коробки пустыми делали. Да это по-любому Вика опять прикалывается. Да, ты положила? Ты 100% сделал. Ты постоянно над нами издеваешься. А нет, Света. Чего? Это ты? Ребят, да вы меня пранкуете. Я сама лично с тобой ставила коробки, и никаких шариков там не было. И особенно лимонов. Да вот ладно, все, ничего страшного. Нет, это все ты ничего подставила. Ничего страшного. Давайте просто играть продолжим. Ну, шарики и шарики. Ну, минус одна коробка. А кто тогда положил? Ну, это же очень странно. Все, давайте играть, короче. Давай переворачивай. Правила очень простые. Вы прячетесь, я вас ищу. Подожди, а почему мы прячемся? Потому что я так решила. Ну тогда у тебя будет всего лишь 5 минут. Хорошо, но тогда у меня будут инструменты. Точно! Ты расскажи зрителям, какими инструментами ты нас будешь искать. Ребят, у меня различные инструменты. Огромный надувной дельфин, аэрозоль, надувной мячик, палка, единорог, кегли. Всякие летающие... Бумеранги. Бумеранги. Мячи для боулинга. Всякие разные. У меня разные инструменты есть. Мне кажется, это очень даже экстремальные прятки. Все, начинаем. Я пошел уже прятаться. Я отворачиваюсь. Я не смотрю, куда вы там прячетесь. Может, что-то подглядеть? Да нет, это нечестно будет. Эти лузеры прячутся. Ребят, у меня к вам большая просьба. У вас внизу, рядом с кнопочкой «Вы подписаны», есть колокольчик. Нажмите на него, чтобы у меня в ухе звенело. Чем больше колокольчиков, тем быстрее я их найду. Они реально прячутся, и я реально не знаю, куда они там прячутся. Поэтому я включу свою интуицию и буду с помощью еще ваших колокольчиков их искать. Надеюсь, мне хватит 5 минут. Ну вы там все уже! Слушайте, я выбрала самый классный предмет, самый мощный, бумеранги. Как думаете, а если я вот так вот брошу бумеранг, он пробьет коробку или нет? Напишите свои варианты в комментариях. А я иду вас искать. Ребят, сейчас будут бумеранги. Не сказать, что я их боюсь, но тоже неприятно, если она попадет. Ребята, а у меня бумеранги, самые мощные. Сейчас в кого-то прилетит. Недолет. Да елки-палки, я не умею этими бумерангами пользоваться. Сейчас вот эту оранжевую точно. Вот она мое внимание привлекает. Вот сейчас. Да блин, что это такое? Я вроде кинула, а оно не получилось. Ничего. Тот, кто внутри, берегись. Там пусто. Бумерангами у меня не получилось, значит, получится с другим предметом, и я уже знаю, какой. Вряд ли кому-то понравится, если я подниму коробку и пшикну туда аэрозолем. Ребят, вот знаете, у меня чуйка вот на ту синюю и вот на ту красную. Ну, вы посмотрите, как они неровно стоят. Очень сложно сделать выбор, если честно. Или это синяя, или красная. Да и желтая криво стоит. Я выбираю красную, потому что красный цвет мне никогда не нравился. Кстати, если у вас там красная кнопочка,
кнопочка подписаться, вы нажмите на нее, чтобы она стала серой. Сейчас избавимся от этой красной коробки. Берегись, кто внутри. А что? Я перепутала, надо было вон туда. Ща. И что, какая... Ребят, там тоже пусто. Время-то идет, а я еще пока никого не нашла. Слушайте, вон та красная лежачая коробка очень подозрительно выглядит. А что, если кто-то нашелся умный, лег под эту коробку и сейчас лежит там? Я тебе не завидую. Никита, нет, я нашла Никиту. Блин, как ты такой шел? О, самое главное, каким отвратительным методом. Я Вику еще не нашла. Я сам не знаю, где она пряталась. Слушайте, ребят, у меня же время должно было остаться. Пока время есть, пойду Вику найду. Блин, время заканчивается, а я Вику еще не нашла. Вику вот этим вот шаром гигантским. Или палкой. Интересней я вот этой игрушкой хочу. Зеленую. Ты это слышал? Слышал. Мне так кажется, что Вика так смеяться точно не умеет. Вика так точно не смеется. По-моему, это клоунский смех. Слушай, ты звал клоуна? Нет, а ты? Нет, я вообще не звала. А, собрались без меня играть? Нет, не выйдет, я тоже хочу. Слушай, ну понимаешь, мы как-то сами хотели поиграть втроем. С тобой, конечно, весело, но вот сегодня, в конечно... В другой раз как-нибудь, а? Втроем? Вот отлично. Раз, два и три. Я третий. Нет, ты не понял, нас трое, а ты четвертый. Да, вот так. А, четвертый. То есть кто-то еще здесь прячется. Обожаю прятки. Та-да! И где же ваш третий игрок? Может быть, он здесь? А-а-а! Никого. Так. О, эту хочу. И тут никого. Ребят, слушайте, я реально переживаю за Вику. Ну вы видели, как этот клоун бабах и коробку сносит? Пожалуйста, поставьте Вике лайк. Она же в какой-то коробке сейчас находится. Я надеюсь, он ее таким способом точно не найдет. Так, скажите мне честно, Вика, она в этой коробке? Мы не знаем, но может аккуратненько просто поднимем, посмотрим. Да, вот так вот, как подарок. Вы уверены в этом? Да-да-да, ты же аккуратно посмотришь. Ты самый хороший клоун на свете. Ну хорошо, если что, пеняйте на себя. Не угадал. Ну клоун. О, а вот это вот мне нравится. Она как-то слишком сильно выделяется. Знаешь? Не знаю. Ну посмотрим. Ребята, зачем вы этого вообще дурацкого клоуна-то позвали? Вик, прикол в том, что мы его не звали. Дурацкий? Только если ты его позвала. Что это значит? Дурацкий. Да вы прикалываетесь надо мной вообще. Я так там сидела в этой коробке, мне так было страшно вообще. Да если б ты видела, что здесь происходило. Да я слышала, как он коробки открывал. И вообще, я буду играть с вами. Нет, это вы будете играть со мной. Понятно? И играть будем по моим правилам. Я не буду играть с тобой. Мы собирались все вместе поиграть. С ребятами, не с тобой вообще. А так, не будешь играть со мной? Да, не буду играть с тобой. Что-то мне не нравится, что она с ним спорит. Ну, может, она у нас это, ну, духом сильная, а? А что ты скажешь на это? Вика! Ты чего наделал? Да-да! Да что ты с ней сделал? Я превратил ее! Это же было весело! Ну, теперь вы будете играть со мной, а? Ну, да, мы только хотели тебе это же предложить. Да, игра весело, здорово! Нам нравится. Вот
и замечательно! Ну, во что играть будем? А ты подожди... Экстремальные прятки в коробках! А ты только обещаешь нам, вот, что мы сейчас поиграем, а ты потом Вику расколдуешь? Да, и по нашим правилам. Никаких ваших правил! Играем по правилам пряток! То есть, по моим правилам! Хорошо, только вот давай договоримся. Если ты нас не находишь, то ты расколдовываешь Вику. Только так, только так. Ну, хорошо, я подумаю, но я вам обещаю, вы никогда не сможете выиграть. Я обожаю эту игру, я лучший, всегда лучший. Ребят, пожалуйста, ставьте нам лайки, чтобы клоун нас не нашел, и тогда он расколдует Вику. И Вика не будет до конца своих дней с собакой. Я сейчас буду играть в прятки как можно лучше. Это в жизни никогда не играл, он меня точно не найдет. Давай включим логику клоуна. Его логика – это пинать все коробки. Ну что, готовы прятаться? Готовы. Да, готовы. Отлично, тогда у вас есть 2 минуты. Прячьтесь. И 5 минут, чтобы ты нас нашел. Нет. Время на поиски у меня не ограничено. В смысле не ограничено? Я, ребят, искала 5 минут. Если ты играешь в нашу игру, то ты тоже 5 минут ищешь. Бла-бла-бла-бла-бла. Играем по моим правилам. Вы же хотите со мной играть? Хотим. Да, все. Вот и отлично. Прячься. Давай. Бегом. Здесь не... Я пока засекаю. Эй, не подглядывай! Больно надо. Вика, кыш! Вика, кыш! Вика, не вытывай меня! Вика, кыш! Кыш! Ну, хочешь, иди ко мне? Или иди сюда! Вика, отстань! Итак, время вышло, и я иду искать. Опа! Нет, самое главное, чтобы Вика, то есть собачка эта, не убежала и не спалила. Так, а кто же тут? Я знаю, что тут на самом деле никого нет. Ой, никого. Ну, посмотрим дальше. Пожалуйста, господи, пожалуйста, хоть бы он меня не нашел. Такая огромная коробка, пожалуйста, пусть других находит, мне не надо. Та-да! Никого. Удивительно. А может быть, вы мне подскажете, где мне их искать, а? Где вы? То есть помогать вы мне не хотите? Ну ладно, тогда я сам их найду. Ой, никого. А тут? Ладно, потом. Пойдем дальше. Ой, никого. Тоже никого. А где все? Где они? Видимо. Придется мне расколдовать Вику! Yes! Ребят, я надеюсь, что клоун не найдет Никиту, и он расколдует Вику! Обязательно найду! Обязательно! Да как так? Я же вроде сидела, молчала, мешала! И где же он может быть, а? А где Света? А, так вот же она!
Я свое дело сделал. Я вас нашел. Я ухожу. Подожди, а Вику ты можешь расколдовать? Мы же с тобой сыграли. Сыграть-то вы сыграли. Да только уговор был, то, что вы должны выиграть, а вы проиграли. До свидания. Скучно с вами. Клоуну, пожалуйста, ну расколдуй Вику. Ну зачем нам Вика в качестве собаки? Как я вам ее расколдую? Это всего лишь фокус. А я что вам, волшебник, что ли, расколдовывать? Ну ты же это как-то сделал. Ну пожалуйста. Ну может еще раз в прятки сыграем, а? Ладно, но теперь вы будете искать меня. Вам будет проще, вы будете искать вдвоем. Согласны? Да, конечно, согласна. Ты один, мы в принципе тебя легко сможем найти. Теперь точно проиграем. Ну давай договоримся, вот если мы тебя с Никитой находим, ты обязательно расколдовываешь Вику. И без всяких вот этих дополнительных твоих правил. Да-да-да. Ладно, хорошо, расколдую, я же честно. Слушай, а если мы не сможем его найти, он же Вику не расколдует тогда. Сможем, здесь не так много коробок, все повышибаем и точно его найдем. Ага, найдете. Куда он делся? Как он делся? Как я понял, он уже начал играть. Не понял, как он это сделал? Ты тут был, а сейчас там. Вы что, не знали? Все клоуны так умеют. Вот, смотрите. Ты это видел? Он опять так сделал. И как мы теперь у него выиграем? Включай. Я думаю, надо пробовать. Ну что, начинаем играть? Только помните, у вас есть всего 3 попытки найти меня. 3 попытки? Ребят, это очень хитрый клоун. И у нас есть только один способ расколдовать Вику. Надо его перехитрить. Ну как? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как мы можем перехитрить клоуна. Это же вообще ерунда, сейчас нет, спокойно пойдем. Нет, это как-то странно, Никит. Да не странно, возьмем вот этот мяч, прям потяжелее ему. Ну, специально. Ладно. Я уверен, что он там, он же при нас прям туда залез. Клоун, мы тебя так любим. Я же говорила, что его там не может быть. Нет. А где он? У нас осталось всего 2 попытки. Солнышко, тише. Тихо, мы тебя расколдуем, не волнуйся. Ты не будешь у нас собачка. Но если будешь, мы тебе создадим все комфортные условия для жизни. Какая хорошая. У нас осталась последняя попытка, чтобы найти клоуна. Теперь мы точно не должны промахиваться. Все, подожди, мы сейчас сразу должны его найти. Никит, у нас осталась последняя попытка. А я сейчас как этой палкой все эти коробки посношу. Палкой? Нет, так я играть не хочу. Надо заканчивать. Так, Вика. Как бы мне так вот с одного удара вот все... А я сейчас так возьму и вот так побегу через все. Давай. И раз. Вика? Вика? Ух, ты как тут вообще оказалась? Подожди, а где клоун? В какой он коробке? Где ваш этот клоун? Я тут вообще не знаю, как очутилась. В смысле, где ты здесь? Подожди, какие коробки еще остались? Ребят, я очень рада, что Вика расколдовалась. Я не знаю, каким способом мы сегодня реально сыграли в экстремальные прятки в коробках, потому что пришел этот клоун. Ребят, все, пошли домой. Сейчас меня хватит. Никит, пошли. Нет, тоже, пошли. Здесь нету. Никит, пошли, все.